Подножие Ивановского хребта в окрестностях города Риддер давно стало одним из тех мест, куда стремятся попасть неравнодушные к величию гор туристы и путешественники. Сегодняшняя поездка стала для меня долгожданной. Никак не удавалось вырваться из цепких оков обстоятельств и каждодневных забот, поглощающих нас в городском ритме жизни. Лишь в последний момент, наспех загрузив автомобиль дорожным снаряжением и небольшим количеством съестного на день, под покровом утренних сумерек удалось покинуть оковы еще спящего города. Спустя несколько часов я уже весело шагал вверх по направлению к Ивановскому хребту, даже не представляя, какая находка ждет меня впереди. Тишину здешних мест нарушало, пожалуй, лишь пение птиц да журчание многочисленных ручейков, берущих свое начало где-то высоко в горах и тонкими змейками, сползающих вниз. Невозможно передать словами всего великолепия, которое меня окружает. Свежий воздух, хрустящий снег под ногами и слегка сладковатый вкус воды в горных ручьях. Те, кто занимается туризмом, говорят, что при походах с собой не нужно брать запас питьевой воды, потому что вот такие горные ручейки как раз-таки являются источником питьевой воды. Достаточно с собой иметь кружечку, которую цепляешь на поясной ремешок, и маленькую бутылочку в рюкзаке, чтобы набирать запас воды, когда идешь от одного ручейка к другому. Добрался до какой-то полянки, позади меня находится некое подобие землянки, но самое интересное находится передо мной. Попал я на какую-то полянку, напоминающую туристический или какой-то пионерлагерь. Сейчас буду изучать это место. Нахожусь я на высоте около 1300 метров у подножия Ивановского хребта. Сами белки еще намного выше, но 1300 метров высота тоже приличная. Будем осматриваться. По сохранившейся старой табличке, прибитой к стволу дерева, не составило труда подтвердить свое предположение. Загадочная поляна оказалась местом локации детского спортивного лагеря. С интересом и любопытством изучаю каждый предмет, каждую находку. Люблю подобные решения, все примитивно, но функционально, а это главное. Самым высокотехнологичным изделием во всем этом натюрморте инженерных сооружений оказался шуруп. В остальном же все собрано на гвоздях и веревочках. Многочисленные каркасы, сложенные из жердей, представляют не что иное, как жилище, некое подобие шалаша. Остается лишь накрыть конструкцию непромокаемым материалом и утеплить лапником, и домик готов. Заходи и обустраивайся. Рядом с каждым домиком умывальник, выполненный из пластиковой бутылки, закрепленной к дереву. Кто-то даже крючочков для одежды себе наделал. Не забыли посетители лагеря и про пернатых. То тут, то там натыкаешься на кормушки для птиц, пусть и простенькие. Открытием для меня стало количество туалетов в этом лагере, да и вообще их наличие. Туалетов я насчитал 4 штуки, по всей видимости 2 женских и 2 мужских. Расположены они в разных концах лагеря. Конструкция опять-таки немудреная. Несколько жердей, сбитых или связанных в единую конструкцию, и рекламный баннер, накинутый и закрепленный поверх. Долго ходил я от одного жилища к другому, внимательно разглядывая каждую конструкцию. Необычное место, а самое главное – чистое. Во всем лагере не встретил я ни одной кучки мусора. Быть может, это от того, что лагерь этот заброшенный, о чем свидетельствуют частично поврежденные каркасы жилищ, а быть может, это от чистоты и порядка, привитых посетителям этого интересного места, расположенного у подножия Ивановского хребта. В последнее хочется верить больше всего, как и в то, что этот детский спортивный лагерь опустел лишь на время, и уже в следующем году наполнится он веселым смехом, дымом от костра и перезвоном ложек о жестяные банки с тушенкой. В общем, это действительно оказался какой-то пионерлагерь. Уж не знаю, заброшенный он или действующий, но тем не менее очень приятно видеть и осознавать, что в наши дни есть люди, увлеченные таким видом, назовем его спорта.
Очень хочется верить, что этот лагерь функционирует и летом. Здесь звучит звонкий смех молодежи, которые приобщаются к такому виду отдыха, спорта. Сейчас перекусываю и выдвигаюсь обратно в сторону автомобиля. Еще нужно спускаться вниз до дороги и возвращаться обратно в город. Путь не близкий, сюда он занял порядка 3 часов. Поэтому сейчас перекусываю, возвращаюсь обратно, пью чай, уже кушаю нормально и будем возвращаться. Обратный путь занял гораздо меньше времени, которого с лихвой хватало на то, чтобы никуда не спешить и часто останавливаться, любуясь окружающими видами и наслаждаясь удивительной тишиной, лишь изредка нарушаемой пением какой-то маленькой птички, то и дело ускользавшей из объектива камеры. Всегда приятно после долгой и физически активной прогулки вернуться в лагерь, заварить кружечку ароматного чайка, в который я по доброй традиции добавляю дары лета и осени, душистые травы, собранные в горах, и сушеные яблоки с дачного участка. Чаек получается насыщенным и очень вкусным. Пьешь его и вспоминаешь услышанные некогда слова: «Один день целый год кормит». Сложно передать словами те чувства, которые испытываешь после поездки в горы, пусть даже столь короткой и непродолжительной. Однозначно можно сказать лишь одно. Такие поездки стоят того, чтобы посвятить для них целый день, а еще лучше несколько. Неравнодушные к величию гор туристы и путешественники наверняка меня поймут. В горах иной мир, иная реальность, неподвластная человеку. Эта поездка к подножию Ивановского хребта стала для меня долгожданной, а те несколько часов, проведенные наедине с горами, подарили мне чувство полноты и насыщенности. Вернусь ли я сюда вновь? Несомненно, ведь еще так много чудесных и неизведанных мест хранит в себе Ивановский хребет, а как пел Владимир Высоцкий, лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал.